оформлением для публикаций. Итак, коллеги, оформление статьи для публикации, ссылки, списки и референсы. Да, и маленькое дополнение, обращение, особенно к тем, кто будет смотреть запись этого вебинара. Не забывайте, когда вы смотрите на канале какие-либо вебинары Директ Академии, ставить лайки, это повышает их рейтинг, и на основании этого мы можем делать выводы о том, насколько актуальна, полезна для вас эта тема, и формировать план дальнейших вебинаров на следующий учебный год. Поэтому про лайки к видео, которое вы смотрите на нашем канале, не забывайте ставить. Не только про этот вебинар, вообще про все записи всех вебинаров нашего проекта. Ну, а теперь перейдем к нашей непосредственной теме. Наталья Эдуардовна, не всех авторов. Это касается всех вебинаров и всех авторов. Спасибо большое. Сегодняшняя тема – оформление статей для публикации, ссылки, списки, референсы. Вот это три кита, которые мы обязаны оформить и оформить правильно и грамотно, когда готовим статью в любое научное издание. Ну, чаще всего мы пишем в русскоязычные статьи. Я не имею в виду научных сотрудников, которые занимаются серьезных исследователей, которые только этим и занимаются, постоянно публикуются и очень часто в англоязычных журналах и только там, но не в русскоязычных, да? Стараются вот выбирать какие-то зарубежные издания. Чаще всего, и вообще наш цикл вебинаров, он скорее для преподавателей, для учителей, для там, аспирантов, для тех, кто только-только начинает, в это входит или занимается этим нечасто, это не является его как бы профессиональной обязанностью. Да? Ну, статьи приходится писать всем, публикационную активность никто не отменял, да, она наоборот только усиливается. И чаще всего мы пишем в русскоязычные журналы, которые индексируются в Scopus или в Web of Science, либо каких-то других базах, те, которые принимаются нашими организациями, нашими учебными заведениями к нашим отчетам, аккредитациям и прочее. Но чаще всего это Scopus, Web of Science. Вот скорее про оформление этих статей и в такие журналы мы будем говорить, хотя остальные тоже помянем добрым словом. И три составляющие, на которые нам необходимо обращать внимание, это ссылки, это список и это references. Требования к оформлению ссылок. Вот здесь два документа, которые у нас всегда должны быть под рукой, два серьезных таких регламентирующих, скажем, акта, на которые мы будем опираться при оформлении. Это ГОСТ и международные стили. Ну, скорее, можно было бы написать даже ГОСТы. Хотя, если про ссылки и списки говорить, но если только про ссылки, то это ГОСТ и международные стили. ГОСТ нам понадобится в том случае, если мы пишем в русскоязычный журнал, а вот международные стили нам будут нужны, если мы пишем в англоязычные журналы. При оформлении ссылок. Вот это наш основополагающий документ ГОСТ R705-2008, библиографическая ссылка, правила оформления, составления. Все ссылки, которые мы указываем в тексте и которые мы большими трудами создаем, они требования к их оформлению на основе этого ГОСТа. Если мы говорим об англоязычных журналах или иноязычных журналах, не имеющих русскоязычной версии, выходящих где-то там, там будут свои требования. Вот там нам понадобится при оформлении ссылок в тексте, нам понадобятся те правила. И в конце я вам дам несколько ссылок на различные международные стили, где можно найти эти мануалы, можно найти различные правила оформления, потому что без них мы там точно не справимся и никуда. Там ГОСТ 2008 не работает, точно так же, как он не используется при составлении референсис. Вот там нам международный стиль как раз понадобится. Ну, что про ссылки?
Вернемся к нашим ссылкам в русскоязычные журналы. Чаще всего используются затекстовые ссылки оформления, которые мы на наших предыдущих вебинарах уже рассматривали и еще будем к ним возвращаться. В тексте оформляется отсылка. Да, в тексте оформляется отсылка, номер источника, страница, да, указание на цитату. Иногда приводится просто номер источника. Прошу прощения, небольшая пауза. Читала вопрос, который у нас появился во вкладке «Вопросы». В каком случае это делается, чуть попозже расскажу. Ну и в списке приводится уже полный текст ссылки. То есть затекстовая ссылка у нас состоит из двух частей, напоминаю. Это одна часть, это вторая часть. Но все это вместе, это и есть затекстовая ссылка. Отсылка плюс сам текст ссылки. По поводу страниц, вот здесь пробел ставится, пробел не ставится вот здесь. Да, там, где мы приводим пагинацию и приводим знак дефиса. А вот здесь страница, да, отделяется пробелом. Пробелы – это своеобразные знаки предписанной пунктуации. Вернее, вот эти вот знаки предписанной пунктуации, они отделяются пробелами. Но так как у нас точка, она только с одной стороны отделяется пробелом, поэтому вот здесь они у нас будут стоять. Что у нас еще? А, Наталья Анатольевна, все, я поняла, да, про заглавную букву S78, про вот это вот, да, ну, она здесь заглавная и стоит, да, просто не очень удачно, вот вам, пожалуйста, про оформление презентации, стили текстов не очень заметно, да, выбран был стиль, может быть, не очень правильно, поэтому незаметно, здесь, конечно же, заглавная буква обязательно стоит. Так что на завтрашний вебинар обязательно приходите, как чего правильно оформлять. При этом мы очень часто допускаем ошибки в самом тексте, не делаем различия между видами ссылок. Их у нас три вида: подстрочные, внутритекстовые и затекстовые. Вот вам совершенно недавний абсолютно пример, как была оформлена ссылка в тексте. Статья, которую вернули на доработку, обнародую с разрешения автора, естественно, без указания фамилии, имени, отчества и прочих контактных данных. Ну, автор разрешил воспользоваться этим вот в качестве примера. Вот так была оформлена ссылка. Причем не одна в тексте. Где-то стояла просто на номер источника в квадратных скобках, где-то только круглые скобки, а вот здесь вот вообще все вместе. Коллеги, когда оформляем ссылки, только тот вид ссылок, который указан в требованиях издания. Вообще требования издания – это то, с чего мы начинаем, вообще с чего стоит начинать. Сначала подготовьте все, чтобы потом в части оформления и форматирования, чтобы потом на это не тратить время в самую последнюю минуту. Времени понадобится очень много. Что мы видим здесь? Мы видим и внутритекстовую ссылку, вот то, что у нас стоит в круглых скобках, и почему-то в конце еще стоит отсылка, да, как для затекстовой ссылки. Спрашиваю, почему? А вот в требованиях издания нужно было ставить в квадратных скобках. Внутритекстовая ссылка тоже приведена, кстати, с нарушениями, да, с ошибками в кавычках. Но это ладно. Глава 5, дальше идет название, потом стоит СТ. Что это СТ? Это страницы, это статьи. Это что? Да? И глава 5 чего? Это какой-то нормативный законодательный акт. Это название книги, это монография. Что это такое? Вот отсюда непонятно, откуда глава 5, и тогда непонятно, что это. Если это просто статьи, тогда вот это убираем, да, повтор. Ну, статьи 46-52.
Ладно, но если это сокращение страниц, а это было сокращение страниц, то это, конечно же, неправильно. То есть ГОСТ 2008 у нас всегда под рукой, вот то, о чем мы говорим, структура ссылок, правильность сокращений. Вот на это нужно сразу обращать внимание. Да? И здесь два вида ссылок. Вот это вот быть не должно. Ну, понятно, что вот это откуда-то было взято и потом подставлено в квадратных скобках то, как требует издание. Только один вид ссылок, поэтому очень внимательно читать. А в требованиях издания может, хотя мы сказали, что чаще всего используются за текстовые ссылки, страницы статьи, Эльдар Римович, может быть, не исключаю. Статьи со страниц таких-то. Вариант, интересный вариант, но неправильный, да, с точки зрения оформления. И вот так вот было по всему тексту, естественно, статью завернули сразу с требованием привести в должный вид оформительские дела, хотя по содержанию претензий не было, так же как и по антиплагиату. Ну вот подвело, и в ближайший номер журнала они не попали, к сожалению, затянулось, пришлось ждать. Поэтому правильность оформления, она еще и сокращает прохождение редакторского цикла вашей статьи. Поэтому с самого начала, как только начинаете писать, на это обращайте пристальное внимание, иначе потом можно не успеть, особенно когда мы торопимся. Да? Да, и по виду ссылок, вид ссылок в требованиях издания, хоть мы сказали, что чаще всего используются за текстовые, но встречаются в требованиях издания и внутритекстовые, и подстрочные, то есть все три вида. Поэтому очень внимательно сразу посмотрите в требованиях издания, какой вид ссылок здесь используется и применяется. Это очень важно. И это, кстати, потом нам поможет и список в конце при статейной библиографии правильно оформить. Три таких момента, на которые следует обращать внимание. На все заимствования ссылки приводятся обязательно, и на цитирование, да, и на прямое, косвенное, то, что мы перефразированием, парафразом приводим, обязательно должны быть ссылки. С чем это связано, сейчас скажу. Очень серьезная вещь, особенно при проверке статей на антиплагиат, а сейчас все статьи практически проходят проверку на антиплагиате. При оформлении прямого цитирования для изданий Scopus и Web of Science старайтесь применять кавычки-лапки. Ёлочки могут не сработать. Ёлочки могут не сработать. Это из требований методических рекомендаций к оформлению материалов в журнале издательства Elsevier. Вот они это приводили. И часто мне попадается вот такое вот требование, что кавычки, их еще называют английские кавычки, кавычки-лапки ставьте. Поэтому сразу лучше перейти на них. В список источников, если издание будет индексироваться в одной из этих баз. И в список источников включают только те работы, которые были даны в ссылке, на которые делались ссылки в тексте статьи, ничего лишнего у нас там, так же как и для студенческих работ, появляться не должно. Кстати, по поводу включения в список источников различных источников, здесь тоже есть несколько нюансов. Не все источники, на которые мы даем ссылки в тексте, в список включаются. Чуть попозже про это тоже вам скажу. Про оформление цитат. Недавно, 15 октября, у нас прошел вебинар руководителя учебно-методического центра компании «Антиплагиат» Ольги Сергеевны Беленькой. Запись есть на канале, можно, очень рекомендую посмотреть. Там очень много новинок появилось. И про различные секреты проверки работ она рассказывала. В основном это был сделан упор на студенческие работы, но так как статьи проверяются по различным модулям проверок и в изданиях, поэтому есть то, что будет и нам полезно. Модуль поиска цитирования обновлен. И вот какие теперь, это вот слайд прямо с той презентации я взяла,
из презентации Ольги Сергеевны, поэтому привожу прямо со всеми регалиями, да, с логотипом антиплагиата. Это слайд оттуда из презентации, но это важно как раз для нашей темы оформления цитат. Как модуль определяет цитату в тексте? Как взятую в кавычки и удовлетворяющую хотя бы одному из трех условий. Лучше, если всем трем, но хотя бы одно присутствует, и его уже система антиплагиат расценивает как цитирование, как цитату. Наличие имя автора цитаты, либо фамилии, инициалы и слово, обозначающее некое высказывание. Да? Обязательно ссылка на источник, обратите внимание, в квадратных или круглых скобках. И в том и в другом случае это будет расцениваться как цитирование. И третий вариант для подстрочной ссылки, если присутствует сноска. Вот все три вида ссылок, они здесь учтены и спокойно считываются при проверке на антиплагиат. Ну и вот примеры здесь тоже приводились, вот я их вам сюда тоже привожу. Да. Ставятся кавычки, ну, в случае, если для скобсовского или веб-офсайновского издания мы это приводим, мы кавычки поставим лапками, но даже если мы отправили на проверку с елочками, антиплагиат их посчитает нормальным. Вот вам, пожалуйста, вот наша внутритекстовая ссылка, вот затекстовая ссылка и вот подстрочная ссылка. Все они будут проверены, просчитаны, как положено, и поэтому не забываем эти ссылки оформлять. На косвенное цитирование, когда мы используем перефраз. Кстати, на этом же вебинаре тоже сказали, что сейчас обновлены и многие функции системы, и вот такое перефразирование, она тоже, да, Ирина Александровна, такие елочки. И перефразирование, она, система антиплагиат, тоже научилась распознавать. Если раньше был такой обходной маневр, назовем это так, когда мы берем, например, зарубежную статью, написанную на английском языке, не переведенную на русский, очень студенты это любили делать, да и не только они, переводим ее машинным переводом, например, или используя возможности собственного мозга, перевели ее на русский язык, а потом своими словами описали какой-то кусочек содержания. И не ставим ссылку. Да? Раньше это могло прокатить за оригинальный текст. Простите за выражение, но так. Сейчас нет. Сейчас нет. Система антиплагиат научилась вот такие вещи различать. Поэтому, если мы даже берем что-то из зарубежной статьи, переводим, представляем в своей статье, излагаем, обязательно делать одну из ссылок либо с ноской, либо даем полностью описание источника в список и отсылку в тексте обязательно размещаем. Даже если там не будет кавычек, даже если там это не прямое цитирование будет, это будет считаться как заимствование. Вот эти заимствования антиплагиат тоже очень хорошо научился выявлять. Поэтому пересказы, перефразирования уже не спасут. Поэтому на косвенные тоже не забывайте ставить ссылки в обязательном порядке. Про оформление более подробно у нас были уже вебинары по ссылкам, где мы разбирали, как разные виды ссылок оформляются. Можно посмотреть в записи, и у нас еще будут вебинары, где мы более подробно будем разбирать. Ну и на нашем курсе, который 24 ноября начнется, мы все эти три вида ссылок обязательно разберем и еще попрактикуемся в том, чтобы их видеть и как их правильно составлять. Ну и разные случаи тоже рассмотрим. И вторая часть нашего вебинара, это уже вторая часть, необходимая для оформления, это оформление списка источников. Ну, фактически, вот все наши ссылочки, они в этот список и попадают. Так, канапа и узлы. Запись вебинара на почту не отправляем, вам придет только ссылка.
можно будет посмотреть в записи. И в конце я еще раз повторю, где запись можно будет найти. Без записи не останетесь. Надежда Васильевна выбрасывает записи проблем. Надежда Васильевна, если выбрасывает, это скорее... Да, коллеги, если смотрите и вебинары, и выбрасывает, это либо перегруженность платформы, плюс еще может быть слабый интернет. Если со смартфонов смотрите, часто может выбрасывать. Самое лучшее... Забирает очень много, скажем так, энергии на себя. Самое лучшее смотреть с компьютера и старайтесь закрывать лишние вкладки. Тогда меньше нагрузка идет на систему, и ничего не подвисает. Если оперативка перегружена, вот, да, если связь с сервером хромает, может выбрасывать. Если перегружена оперативная память, вас тоже может выбрасывать, будет зависать, поэтому все лишние вкладки перед вебинаром лучше закрывать, чтобы побольше освободить память, побольше возможностей дать энергии компьютеру, да, на вот эту работу. Ну, тяжелая система, ну что делать? Список источников. Какие здесь у нас могут быть нюансы? Он у нас состоит из двух частей. Библиографический список, ну, скорее, не к русскоязычной части статьи, а русскоязычный библиографический список, скорее, точнее, наверное, было бы так сказать, и англоязычный список references. Так вот, про ссылки. И что попадает у нас в этот русскоязычный библиографический список? Коллеги, очень внимательно читайте требования конкретного научного издания, куда вы публикуете статью. Не все, на что мы обязаны дать ссылки, оформив как цитирование или заимствование косвенное в самом тексте статьи, в этот список у вас попадет. В некоторых изданиях очень внимательно вычитывайте ограничения. Очень часто нормативно-правовые акты, законодательные акты, различные указы, законы, там федеральные законы, статистические данные, данные, взятые с анонимных источников, вернее, анонимные данные, взятые пусть даже из добропорядочных, благонадежных источников, с официальных сайтов, государственных, муниципальных органов, там, федеральных органов, статистические данные из каких-то исследовательских центров, там, не знаю, от Левада-центра до ВЦИОМа, либо зарубежных. Если мы их используем в тексте, ссылки на них мы обязаны давать, естественно, но очень часто в требованиях издания прям прописано, в список источников они не попадают, и там они не указываются. Оформляются в этом случае они чаще всего вот этой ссылкой с ноской. И внизу страницы мы даем полное описание, ссылки, как положено, откуда взято название, все-все-все-все-все, как на электронный источник или на печатный ресурс. Но вот туда, в список затекстовой библиографии, да, при статейной библиографии, вот туда вот в затекстовый список второй раз мы их уже не переносим, они остаются здесь, как примечание. Да, ссылку дали, но в список не вставляем. И это очень серьезный момент, по которому тоже могут вернуть статью, попросить, если у меня там, предстоит много цитирований законодательных актов, да, то на каждый из них я вот эту сноску, естественно, оформляю, и тут, о, радость, я сейчас из 25 источников, вот эти 10 источников сразу законодательными актами закрою. А вот так вот не вставляется, только авторские и только преимущественно научные издания, статьи из периодики, из журналов, и дальше я вам еще покажу, какие преимущественно. Вот такие требования в изданиях есть. То, что не индексируется и не будет индексироваться в базах, список источников не выносят. Потому что это влияет еще на рейтинг самого журнала. Вот эта пристатейная библиография, она уходит в обработку, и по ней еще формируются индексы изданий.
да, различные, их там много. То есть рейтинг самого издания. И, естественно, загружать этот список теми источниками, которые не будут влиять, ну, у издания же свои тоже интересы есть, не будут влиять на его рейтинг, на его, как бы, повышение его места, квартиля и прочее, они просят их туда не указывать. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Ну, Валентина Владимировна, да, естественно, взаимообоюдные интересы. Поэтому, если вот я считаю, что вот, о, я сейчас статистическими данными, ссылками на законы, прям как весь список себе закрою, а вам возвращают и говорят, нет, у вас не хватает. Вот это вот уберите, а нормальных источников, да, которые будут индексироваться, вот туда добавьте. И у вас получится, что ссылок-то много, а источников не хватает. Список не дотягивает до требуемого количества. Поэтому сразу очень внимательно прочитайте вот этот пункт в требованиях конкретного издания, куда вы размещаете свои статьи или планируете размещать. Не указано, слава богу, указано вот ровно это, список не вставляем. Да, еще издание не очень любит электронные ресурсы. Даже если вы берете, был у нас случай, когда у нас попросили убрать слишком много электронных ресурсов, хотя там были печатные издания, имеющие электронную версию, которую смотрели в электронном формате, ну, пришлось, да, заменить на печатные источники. И при списке источников русскоязычной части, вот та самая библиография или список литературы, список использованной литературы, вот тоже тот же самый пример, который у нас идет. Ошибок достаточно много, да, недочетов в этом оформлении, но практически в каждом описании. Что здесь, что... И вот потом по нему был сделан референсис. Что здесь было сделано не так? Во-первых, нет определенного стиля. Нет, вместо транслитерации вот здесь, в части референсис, был использован Google переводчик, но не применена транслитерация, что требуется при оформлении русскоязычной части, которая идет у нас в references. ГОСТ оформления ссылок не использовался. Да, при оформлении затекстовой библиографии могут быть требования, как по ГОСТу 2008. Чаще всего он, чтобы не путать авторов и самим не путаться, но в некоторых изданиях может быть требование, что ссылки мы оформляем подстрочные по ГОСТу 2008, а за текстовую библиографию по ГОСТу 2000, раньше было 3, сейчас уже может быть и 18, вообще должно быть. Вот. На это тоже обращайте внимание, по какому ГОСТу оформляется. Здесь все вперемешку. Вот это вот, видимо, было взято откуда-то уже копипастом вставлено. Да, часть идет по оформлению ссылок. Вдруг у нас в конце вылезает обозначение материала, хотя основной массив – это печатные издания. И если основной массив один и тот же вид материала, мы его здесь не указываем. Да, если все электронные издания, тогда мы его указываем, ну, как максимально используемый в этом списке. Например, если из 20 источников 5 электронных ресурсов, мы вот здесь пишем, да, электронный ресурс. Если в ссылках в ГОСТе 2018 мы этого уже давно не пишем с июля. А вот в ссылках пишем, но если основная масса источников это печатные, то тогда нам вот это вот здесь писать не нужно. Вот это вот непонятно, да, откуда. Тире, точка тире, здесь используется, здесь не используется, здесь вообще идут запятые. Точки в конце ставятся, не ставятся, и, в общем, здесь вообще у нас между годом и номером издания ничего не стоит. Да, Елена Николаевна,
смотрите в либо 8, либо 18, ну, где-то осталось еще 2003, поэтому смотрите, как написано в требованиях издания. Список источников чаще всего по ГОСТу 2008, но бывают исключения, поэтому очень важно посмотреть, что написано в требованиях, да, по какому, либо один, либо другой. Ссылки всегда по ГОСТу 2008, и очень часто это сохраняется и для списка, ну, для удобства авторов и для удобства редакторов и библиографов издания. Это вполне нормальная вещь. Сложности, да, вот то библиографическое описание попадается, то библиографическая ссылка. Везде должен быть принцип единообразия. Если уж одно, то одно. Если другое, то только другое. И референсис. Здесь референсис был сделан просто феноменально просто, но ни одному из международных стилей оформления он не соответствует. То есть что сделал человек? И, кстати, я с этим очень часто сталкиваюсь, когда я говорю: ребята, а как вы референсис оформляли? А просто взяли в Google переводчик, загнали вот эту русскоязычную часть, но она же должна, референсис точно повторяет русскоязычное описание, просто... Только перевод, да. Просто брали в Google переводчик и получали результат. Да, тот же самый список с теми же ошибками, только переведенный на английский язык. Ни в коем случае этого делать не нужно. Берем только тот международный стиль, который указан в требованиях самого издания. И референсис мы вот так вот не делаем. Либо в транслит, либо в Google перевод, или там промпт, да, и машинным переводом все забабахали. Вот этого делать не надо категорически, потому что вам все равно все это придется потом переделывать. Наталья Борисовна, эксперт Скопс, рекомендовала не указывать транслитерацию, только перевод, данный автором в издании. Да, если нет, то свой в квадратных скобках и указание. Да, инраш обязательно указываем. По поводу транслитерации. Если посмотреть требования, рекомендации эксперта Скопуса, да, может быть, к этому еще и придем, но пока в требованиях, вот буквально вчера смотрела требования нескольких изданий разных, и не только тех, про которые сегодня еще вам покажу, транслитерация еще сохраняется. Поэтому ориентируйтесь, это принимаем к сведению. Вот то, что Наталья Борисовна нам написала на последние, про последние вебинары экспертов Скопуса, но в требованиях издания, если написано указывать транслитерацию, то ее нужно указать, иначе вам просто могут вернуть, и придется вам потом доказывать, объяснять, и не всегда это сработает, да, что «а вот эксперт Скопуса говорил». Говорил очень хорошо, но у нас требования пока такие. Поэтому на заметку берем, что может быть хорошо, если не будет, но до тех пор, пока сохраняется это требование и оно вывешено на сайте, его лучше соблюдать. Значит, по references. Полностью повторяет содержание списка, это мы уже говорили, русскоязычные части описания. И для транслитерации, транслитерация пока еще сохраняется, опять же, обращайте внимание, да, на те требования, которые указаны там, транслитерация, значит, делаем. Для этого есть онлайн-ресурсы. Самый известный, самый знаменитый и часто используемый – это Translit, но могут быть и другие. Если в требованиях издания указано, что транслитерация – делаем, хорошо, сделаем, и указан какой-то определенный онлайн-ресурс, делаем только с помощью этого ресурса. Не надо здесь, самодеятельностью здесь не занимаемся. Вот как сказали, так и делаем. Место издания обязательно пишется полностью на английском языке, да, Москву, Санкт-Петербург и так далее. Издательство не транслитерируется, при необходимости переводится, при необходимости добавляем пабл. Ну, например, издательство «Питер», это мы знаем, что это издательство, и можем без слов из «дво», да, указывать «Питер», но для англоязычной публики это непонятно. Москва, Питер,
город, не город, даже если мы знаки правильно поставим, если не говорящее название, нет в самом слове издательства, просто добавляем Pubble. И обязательно указываем страницы. Да? Ну, то же самое, как и в русскоязычном варианте, просто вместо S указываем Page. И то же самое размещение. Если пагинация, то перед страницами, если просто объем физическая характеристика, да, объем самого ресурса, то после количества страниц. Обобщенная схема такого описания для русскоязычной части списка, вот я вам здесь привожу, чаще всего в требованиях вот примерно такая структура требуется для references русскоязычных источников. Транслитерация требуется, да, название русскоязычного источника в транслитерации курсивом, и перевод пишется на английский язык и ставится в квадратные скобки. Вот то же самое правило, как и при составлении библиографических описаний, когда мы берем какую-то информацию, добавляем от себя, мы ее ставим в квадратные скобки. Точно так же и здесь, в квадратные скобки. Обязательно перевод названия источника на английский язык. Выходные данные. Ну, сейчас мы их называем место данные о публикации, производстве, распространении. Место издания, год, номер выпуска страницы на английском языке. Да, и указание, вот это in Russia в круглых скобках, указание на язык работы. Да, in Russian, да, русский, на каком языке была работа. Ну и что пишется курсивом, что обычным шрифтом, вот я вам здесь тоже в этой схеме привела. Пока действует такая схема. Если уберу транслитерацию, значит уберу транслитерацию. Ну хотя авторов, как фамилии переводить на английский язык, наверное, транслитерация в каких-то местах у нас все-таки останется. И пару слов про транслитерацию. Очень важный момент, по какой системе требуется транслитерация в конкретном издании. Обычно они указывают либо простая система, либо Конгресса США, библиотеки Конгресса, либо чаще всего встречается вот эта система последнего Госдепа по транслитерации. Есть несовпадение. Особенно если вот эти буквы у вас встречаются в имени, фамилии, то, что вы точно будете транслитерировать, то вот расхождения в разных системах они есть. То так пишется, то так пишется. Поэтому это очень важно учитывать. И сразу пару слов. Если при транслитерации фамилии автора есть вот такие расхождения, то в буквах, да, по-разному транслитерируется. И в одной статье у нас это будет там через IA, а в другой через YA, то система, когда наша статья будет индексироваться, она может это посчитать как два разных автора. И отсюда получается, что мы части статей, нам нужно будет либо вручную привязывать, что это наши статьи и это мы писали, либо потом устраивать розыски. Вот был недавно, попадалась мне статья одного немецкого автора, который по поводу разночтений в своей фамилии, большая трудность собрать все свои статьи воедино. Вот поэтому и завели, если вы публикуете статьи, наверняка встречались с тем, что сейчас очень часто требует индекс ORCID, да, от авторов. Получить его достаточно просто, и вот этот вот идентификационный номер его ввели для всех авторов, кто особенно публикуется в зарубежных изданиях, очень хорошо им воспользоваться, тогда вы все свои статьи, вне зависимости от транслитерации своей фамилии, можете собрать в одном месте, и меньше вот этих потерь будет, особенно если они будут индексироваться в разных базах, чтобы они у вас не терялись. Ну и самый такой популярный ресурс для транслитерации Translit. Не забывайте посмотреть в требованиях издания, по какой из систем требуется транслитерация. И если через Translit, то вот здесь не забудьте выставить нужную систему. Да, здесь они приведены.
И после этого спокойно можно заниматься транслитерацией. Но после этого корректировка списка источников требуется в соответствии, необходимо привести в соответствии с требованиями самого издания. Особенности для references. Так как не используются некоторые знаки предписанной пунктуации, тире и дабл-слэш для обозначения составной части ресурса, мы используем в русскоязычной части, они у нас будут, но в references их не будет. Поэтому для отделения различных структурных элементов описания используются оставшиеся в живых знаки предписанной пунктуации и используется курсив. То, что в русскоязычной части у нас быть не должно. Поэтому тоже на это обращайте внимание. Очень много ошибок у нас идет, когда курсив почему-то перебирается у нас в русскоязычную часть. В русскоязычной части произведения ссылки на источники зарубежных авторов приводятся на языке оригинала. И преимущества. Вот. Ссылки на какие материалы приветствуются в списке источников. Это статьи журналов, сборников, научных трудов, материалов конференций, научная литература, там, где присутствуют авторы. Да, на анонимные источники не очень приветствуются. Ну и вот описание. Такая примерная структура описания русскоязычного источника для references, то, что мы с вами смотрели. Ну, такой вот пример уже сделанного описания. Фамилия, имя авторов через запятую в транслитерации приводится. Здесь мы без транслитерации никуда не денемся. Да, между инициалами пробелы здесь не стоит, потому что в образце издания было именно так. Не скажу, что это правильно, но автор вот сделал именно так, как было указано в образце. Перевод заглавия работы на английский язык, вот то, что у нас синеньким выделено. Название русскоязычного источника в транслитерации, вот то, что зеленым у нас идет, труды 6-го международного симпозиума, пишется курсивом. Далее идет перевод названия источника на английский язык и заключен в квадратные скобки, потому что мы его сами перевели. Если есть официальный перевод, тогда уже без квадратных скобок. Дальше идут выходные данные, да, место издания, год, номер выпуска, страница с обозначениями на английском языке. И последнее – это указание на язык работы. Вот все элементы у нас здесь присутствуют. Именно в том виде, как это требовалось и было указано в образцах и в требованиях издания. Вот по элементам я его вам здесь расписала, и можно будет в презентации это есть, и можно будет соотнести вот с той схемой, которая у нас была. Поэтому видеть полностью от транслитерации мы отказаться все-таки, наверное, не сможем. Да, в каких-то элементах она у нас остается. Международным стилем оформления и при оформлении references у нас используется, как правило, один из международных стилей оформления. Чаще всего мы имеем дело вот с этим, гарвардский стиль, но помимо этого часто встречаются еще MLA, APA, иногда попадается Ванкувер. Остальные, Чикаго мне не попадалось, остальные очень специфичные для определенных областей, там, для химической отрасли, там, для энергетики и так далее. Но если вы пишете в такие узкоспециализированные журналы свои статьи, то там могут эти стили тоже попасть. Ну, вот 8 таких наиболее популярных стилей, они здесь у нас с вами есть. Ванкувер стиль часто используется в медицинских журналах и указывается в версии AMA, это для медицинской отрасли, да, для медицинских изданий. Поэтому я вот здесь такое дополнение вам ставила. Кстати, вот эти вот ссылочки, это не просто перечисление стилей, это ссылки на статьи,
там, где расположены различные мануалы, различные правила, более подробно разбирающие каждый из этих стилей. Поэтому вот по этим ссылкам можно перейти. И вот здесь вот мануал выложен по ванкуверскому стилю, есть, но версии AMA. Поэтому здесь по этим ссылкам, они будут доступны из презентации, можно найти именно тот вариант, который необходим вам для оформления вашей статьи. И несколько примеров таких библиографических описаний, да, ссылок для оформления. По вот этим 8 стилям я их вам здесь привожу. Это на источник, на книгу и как описывают статьи. Вот для примера, для ориентира, вот такие образцы я вам здесь даю. Так, что у нас здесь пошло, какое-то бурное обсуждение в чате. С вашего позволения я сейчас загляну. По современным ГОСТам, если в работе на русском и зарубежные источники, язык издания, на немецком или этого не требуется. Надежда Александровна, по современным ГОСТам, если в работе на русском использованы зарубежные источники, нужно указывать язык издания. Значит, смотрите, если вы используете в своей работе на русском языке, например, ну, про статьи говорим, поэтому про статьи, зарубежные источники на немецком языке, и вы их сами перевели, то есть это не переводное на русский язык, да, нет перевода, вы пользовались оригиналом, то в библиографическое описание мы пишем по ГОСТу 2008, да даже если по ГОСТу 2018, мы оставляем описание в русскоязычную часть и в референсис на языке оригинала. То есть его никуда переводить не надо. Нужно ли указывать язык издания? В этом случае не нужно. Мы приводим на языке оригинала. Чаще всего это там немецкий, французский, да, какой-то из европейских языков. А если вы использовали переводное издание, например, немецкий автор, но был переведен на русский язык, да, и это официальный перевод, книга на русском и вышла на русском языке, то там есть данные о переводе, есть данные переводчика, и это в сведениях об ответственности можно указать. Так, Валентина Тихоновна. Номер журнала. Если для русскоязычной части и по ГОСТу между инициалами должен быть пробел. И смотрите, что у вас идет. У вас либо библиографическое описание, тогда да. Если это ссылка, тогда тире убираем. Да, то разделительный знак используется чаще всего точка, поэтому лучше перейти на точки. Это если вот так вот быстро и просто сходу. Да? Описание А, ну да, если по ГОСТу 2003, тогда тире оставляем. Если нет, то нет. Да. Надежда Александровна, ну, надеюсь, на вопрос ответили. Идем дальше. Вот вам несколько примеров требований к оформлению references разных журналов, которые индексируются в Scopus. Вот эта фраза прям взята из журнала. Так и написано. В формате, приближенном к стандартам Scopus, по стандарту Гарвард. Вот гарвардский стиль, да, вот пример, который у нас был. Некоторые расхождения здесь могут быть. И вот это образец, который был приведен в самом издании. Сами издания очень часто приводят, ну, в разной степени детализации образцы описания на различные виды источников. Но если какого-то вида источника в этих образцах нет, а у нас он есть, но мы не знаем, как его описать, вот воспользуйтесь вот этими вот ссылками, можно перейти, можно найти вот эти мануалы по конкретному стилю, и там расписано, как правило, практически все, как это требуется оформлять в соответствии с этим стилем. В гарвардском стиле есть даже, как делать ссылки на комментарии, на посты в социальных сетях.
вплоть до этого. Если пользуемся какими-то сведениями из электронной переписки, то как это указать? В гарвардском стиле тоже такие варианты присутствуют. Вопрос в другом. Допустимо ли это использовать в научной работе? Но если вы переписывались, например, с первооткрывателем чего-то, и он указал какую-то ценную информацию, то, наверное, можно будет. Или какой-то очень ценный комментарий известного авторитетного лица в своей области, который он дал там в обсуждении в какой-то профессиональной группе или в профессиональном чате. И вы на него ссылаетесь, например, с его разрешения. Может быть, но всегда имейте в виду, что вам потом придется в издании, это, если возникнут вопросы, доказывать, почему вы такой источник взяли. Да, так же, как с видеороликами, например. Не очень любят, в основном это все-таки должны быть какие-то научные публикации. Ну, вот пример. Да, как на русскоязычный источник дается по гарвардскому стилю. Гарвардский стиль – это автор, формат записи автор, дата, дается описание. И плюс, если мы еще приводим на русском языке, вот здесь мы приводим in Russia, да, in что-то. Указание на язык вот здесь дополнить нужно в части references. Второй вариант, второй журнал. Вот здесь уже идет описание по стилю Ванкувер. Вот здесь уже немножко по-другому. Видите, год у нас перебрался в конец. Очень похоже на наше русскоязычное описание статьи, но только без дабл-слэши их нет. И только точки, запятые. И вот, смотрите, здесь появилась уже точка с запятой, знаками. Не как у нас точкой отделяется или точка тире в описании, да, появляется знак двоеточия, где ставятся пробелы. Вот здесь без образцов нам просто не обойтись. И вот в третьем журнале вообще требуется, который индексируется и в Scopus, и в Web of Science, и не только, вообще требуется APA. И обратите внимание, у них ссылки оформляются сносками. Да, вот для сносок тоже требуется оформление в определенном стиле. И даже те цитаты, которые мы оформляем ссылками, сносками, но которые у нас не идут в список источников, а остаются в тексте, все равно они оформляются по тому стилю международному, да, который здесь принят. Если нам это необходимо. Если мы для иностранного журнала пишем, если для русскоязычного, то по нашим правилам ГОСТа 2008. И высшее образование в России. Очень важный момент здесь в требованиях. Я их вам так тоже несколько скомпоновала, сгруппировала, выписала из большого объема требований, которые были приведены в этом журнале. Вот это важный момент, на него обратите внимание. Когда мы указываем источник, если журнал, где опубликована статья, имеет зарегистрированное название на английском языке, то приводим в references после транслитерированного названия через знак равно указываем то принятое английское название, которое зарегистрировано. Посмотреть это можно на сайте самого журнала. Но раз уж мы к нему в него и стараемся публиковать или берем статьи из него, не поленитесь, откройте сайт этого журнала официальный и посмотрите, нет ли официального английского названия. Вот здесь оно есть. Вот смотрите, транслитерация, вот она была проведена, да, высшее образование в России, ставится знак равно, и после идет зарегистрированное название, которое взято вот с официального сайта самого издания. Если не указано, то после транслитерации, и здесь мы уже квадратные скобки не ставим, но если его нет, мы переводим его на английский язык, так чтобы оно было доступно для восприятия наших зарубежных коллег, и тогда уже будем ставить в квадратные скобки, показывая, что это мы сами перевели, а официального названия у него не существует. Ну вот, пожалуйста, пример. Власть, транслитерация, знак равно и то зарегистрированное название, которое есть. Это вот прям образцы взяты оттуда. Да? Ну и DOI. Куда его ставить?
Опять же, смотрите по требованиям издания. Вот в высшем образовании в России «до» и ставится в конце. Да, помните, мы говорили при библиографических описаниях, сейчас «до», если это статья взята откуда-то из журнала, тогда ставится после названия, в серединку у нас входит. Здесь ставится в конце, значит ставим в конце, ничего страшного. Структурные элементы, что в references, что в русскоязычной части. Помните, мы на первом, по-моему, вебинаре с вами такую метафору рассматривали: дома, строительные материалы. Да, из различных элементов можно построить разные дома. Вот здесь эта метафора тоже работает. Строительный материал, структурный элемент, у нас остаются практически те же самые, что по ГОСТу, что по любому международному стилю. Меняется только, может быть, состав этих элементов, но они все остаются практически одни и те же. Они могут поменяться местами, поэтому мы получаем совершенно разные описания, но они все присутствуют в этих описаниях. И вот вам, пожалуйста, в конце вот указание на, можно сокращать, на русском языке. И Abstract in England, аннотация на английском. Вот эту вещь тоже хорошо приводить в самом конце, в круглых скобках, да, и ставить точку в конце нашего описания. Примерам, требованиям к оформлению references. Очень хорошо, когда есть вот такие вот схемы. Примерные схемы, написанные человеческим русским языком, да, не просто образец, как это должно быть, а к нему еще схема. Что, как пишется, какие знаки ставятся. Они были расписаны текстом. Вот я здесь взяла по стандарту Гарвард вот этого журнала, просто немножко ее как бы слегка переформатировала, расставив знаки, как они должны стоять, и поставив вот те знаки, скобочки, где они должны стоять, что курсивом, что не курсивом. Ну вот, и у них эти схемы приведены, только немножко их так слегка трансформировав. Очень удобная вещь. Кстати, если они есть, прямо из требований их вытаскивать, и можно сделать себе такую шпаргалку. Я обычно такие себе делаю, либо в PowerPoint, либо на сайте, с тем, чтобы... Когда форматируешь, очень быстро можно было найти. Ага, у меня сейчас монография. Быстро открыл, посмотрел, когда пишешь общую схему, чтобы сразу правильно написать. Ну и потом для проверки, сравнения с образцом, это очень здорово. И я вам вот здесь вот эти вот схемы прям привожу. Для описания статьи и журнала, что должно быть схемой и пример. Потом здесь есть на электронные ресурсы. Опять же, напоминаю, они основываются на стиле Гарвард. Поэтому вот примерно вот эта схема, она и соответствует требованиям гарвардского стиля. На их можно прямо забирать и использовать, но опять же соотносить с образцами того издания, куда вы публикуетесь. Описание материалов конференций. Вот они самые большие, наверное, очень сложные. И некоторые журналы делают, сейчас начали делать такую вещь, как помощники в оформлении библиографических ссылок. Вообще очень классная штука. Очень редко мне это попадается, потому что работа очень трудоемкая. Но если вам такое попадется, во-первых, не примените воспользоваться. Вот они все требования описаны, что и как должно быть оформлено. И дается еще помощник. Сейчас покажу, как он выглядит. В зарубежных изданиях такие помощники встречаются очень часто. В MLA есть шаблон, правда, печатный шаблон, его можно найти, такие вот как генераторы. В наших журналах очень редко, но попадается. Вот как он выглядит. Вы выбираете тип источника. Опять же, вот видите, те типы, которые рекомендованы включать в список, вот они, на них как раз эти генераторы и делают. Вот я выбираю книгу, или, например, вот выбрали книгу, и дальше он открывает поля, которые нужно заполнить. Причем еще указывает, такая микрообучалка указывает, как это должно выглядеть, да, как, например, нужно указать. Вы вносите информацию, и в конце он выдает вам готовый вариант. Описание, которое просто копируем и вставляем.
Но здесь самое важное – помнить правила, вот о чем мы говорили, основы библиографических описаний и ссылок, третье издание. Почему так? Это пример, четвертое издание. А если у вас на титульном листе будет написано «издание второе», вот ровно так мы должны будем написать в это поле «издание второе». Сократить можно «изд второе». И ровно вот так у нас это пойдет сюда. И, например, берем интернет-ресурсы. Вот он пишет, что сюда. Да, как по требованиям этого издания нужно оформить. Но не пользуйтесь генератором одного издания для оформления списков для другого издания. Потому что автор, название статьи, это тоже нам нужно указывать. Не просто вот так. Это просто генератор издания, который в Scopus не индексируется. Поэтому здесь такие упрощенные и немножко отходы от ГОСТов есть, поэтому все равно корректировать потом придется. Но, по крайней мере, это легче сделать. И еще раз вам повторяю вот эту полезные ссылки и наиболее популярные международные стили оформления. Генераторы там тоже можно найти, вот такие электронные помощники, которые помогут нам сформировать references. И еще генераторы основных международных стилей. Вот я вам здесь привожу несколько генераторов. Более подробно мы их на курсе разбираем с ними, знакомимся и работаем, выполняем работу, уже учимся с ними работать. Первая часть – это такие универсальные, где по нескольким стилям. И вторая часть, вот самые наиболее часто встречающиеся международные стили Гарвард, APA, MLA, это уже отдельно. Да, генераторы именно по данным стилям. А здесь можно встретить разные, такие более универсальные помощники, ну и, естественно, там разные наборы, разные условия, разные нюансы есть, как ими пользоваться. Ну и вот это вот мы уже все на курсе более подробно разбираем. Кстати, начинается он у нас 24 ноября. Ну и по ссылке можно то, что я вам размещала, и потом, если будет интересно, напишите в чат, я вам просто ссылку еще раз размещу. У нас там есть более подробно мы все правила и оформления ссылок, и библиографические описания, все с нуля. И references, и, естественно, вот эти вот все генераторы, и там еще есть новые добавились по новым стилям, все мануалы, все шаблоны, вот это вот я вам все на курсе отдаю. И с этим мы, естественно, работаем. И вторая часть, еще один кусочек по оформлению научных публикаций, которым я вас мучить сейчас уже не буду, но материал в презентации я вам даю, такой бонусный материал. Просто покажу, что здесь есть. Такие разные научные публикации. Ну, во-первых, про структуру научной статьи, да, как она должна выглядеть. Вот это, кстати, про структуры наполнения, содержания научных статей, как правильно. У Натальи Модестовны Логачевой очень хорошие вебинары, рекомендую на них походить или посмотреть в записи, поэтому я не буду отбирать у нее сейчас хлеб, просто покажу, что вот оно есть, а это можно более подробно в ее вебинарах посмотреть. Но некоторые типы научных публикаций, скажем так, их еще жанрами иногда называют, не знаю, я сомневаюсь на этот счет, но тем не менее, что чаще всего мы пишем? Либо какие-то короткие сообщения, описание эмпирических исследований, да, ну, возможно, методологические, теоретические статьи. Ну, может быть, что-то другое у вас тоже попадает. И я вам даю вот здесь примерный рекомендуемый такой объем статьи в процентах, да, по вот этой структуре статьи, чего, сколько здесь должно быть. Естественно, это примерно, но тем не менее. И вот прям по различным видам вот этих статей примерное соотношение в процентах. Результаты и обсуждение результатов очень часто объединяют в один пункт, поэтому здесь скобочка стоит, ну и, соответственно, проценты можно складывать, да, в зависимости от тематики, специфики статьи. Ну, такой вот примерный разброс, опять же, по требованиям, предъявляемым к статьям данных типов, я вам сюда размещаю. Можно будет посмотреть. И не забывайте на это тоже ориентироваться. И еще несколько слайдов об
оформление, это то, что у нас было на прошлом вебинаре. Перед началом работы посмотрите, какие требуются стили, как оформляются заголовки, подзаголовки, нужно ли их выделять или не нужно. Подберите новый стиль, нужно ли делать автособираемое содержание или нет. Для статьи это, скорее всего, не нужно, но просто смотрим, каким стилем, каким шрифтом, размером и прочее должен быть написан текст статьи, и уже заранее можно установить стиль именно для этой статьи. Не забывайте про автосохранение. Чем чаще сохраняем, тем меньше материала форс-мажор у нас пропадает. Как это сделать, я вам тоже здесь напоминаю. Но на прошлом вебинаре мы это все разбирали, просто про подписи рисунков. Очень часто в требованиях попадаются два варианта. Вставлять рисунок в текст, давая на него ссылку, с тем, чтобы понимать верстальщику, дизайнеру, да, кто будет работать с этим текстом, где должен находиться этот рисунок, и прилагать отдельным файлом, высылать отдельно к статье все рисунки, таблицы в виде там JPEG файла. Обращайте внимание, в каком расширении требуется предоставлять эти иллюстративные материалы. И очень часто требуется подпись рисунков не вставлять в сам рисунок, а делать отдельно, вот ровно так, как мы это на прошлом вебинаре с вами, прямо на вебинаре, да, рассматривали, проделывали. Еще раз я вам вот это полезное оттуда выбрасываю, слайды с того вебинара, ну, можно будет посмотреть записи. Ну и графики, если мы вставляем какие-то графики, схемы, таблицы, из Excel в Word, разные типы, как можно, разные виды, как можно это сделать. Тоже вам для оформления может пригодиться. На прошлом вебинаре более подробно рассматривали, но вот даю. И подсказка, как из PDF в Word убрать вот эти вот лесенки и наши дефисы, да, через автозамену. Через ресурс замены, чтобы у нас получился нормальный текст, потому что из PDF мы при подготовке статей очень много материала берем. И вот с такими вещами мы часто сталкиваемся. Да, вот как их убрать? На прошлом вебинаре мы даже это очень подробно рассматривали. И вот у нас получается хороший текст. Ну и не забывайте, конечно, удалять гиперссылки на те фрагменты, которые вы вставляете. Ну и давать свои ссылки на заимствованные фрагменты. Ну и для форматирования так несколько полезных клавиш для работы в Word. Вот. Валентина Владимировна, это не весь сундук, это маленький-маленький кусочек из сундучка. Сундук у нас будет на курсе, вот там точно сундук. Вот, а это я вам оттуда вытягиваю, да, гвоздички и постепенно в вебинары вставляю. Ну что ж, коллеги, мы подошли передос. Вот поэтому стараюсь немного не загружать. Передос не надо, все устаканится, все соберется. Сейчас я посмотрю вопросы и буквально несколько минут потом отойду на выдачу вам сертификатов, а у вас будет немножко времени написать какие-то еще вопросы, пожелания, если еще будет. Заголовок, инициал должен идти. А давайте сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас там. Яна Владимировна, не ко мне. Вопрос не ко мне. Это слайд, седьмой слайд, это слайд из презентации руководитель учебно-методического центра компании «Антиплагиат», поэтому я его взяла вот в авторской редакции, так как оно и есть. Внутритекстовое, да, ну вот почему. А знаете почему? Я сейчас вспомнила, сейчас я вам скажу почему. Знаете, какую интересную вещь они сказали? Что для «Антиплагиата», может быть, это вот как раз к этому сюжету и было. Кстати, спасибо, что, Яна Владимировна, что заметили. Вот к чему это было. Для антиплагиата, когда проверяется на оригинальность текста и на ссылки на цитаты на заимствование, для него важно, что есть круглые скобки, для него важно, что проставлены квадратные скобки, для него важно, что есть вот эта самая сноска. Да, и указана вот эта вот часть.
Ну, если есть цитаты, здесь должна быть либо вот так, либо вот так, либо вот так, каким-то одним из трех приведенных способов указана отсылка. Да? Так вот, для антиплагиата, для системы важно, что вот эти знаки есть, стоит сноска, стоят круглые скобки, стоит квадратная. Что внутри, он на это внимание не обращает. То есть там что-то должно быть написано, но по правилам или не по правилам, это обращает внимание потом уже, может обратить внимание библиограф или редактор в самом издании. Когда проверяется на антиплагиат, для автоматической проверки, то, что внутри, вот это не важно. Вот это к чему было. Яна Владимировна, за наблюдательность большое спасибо. Так, в зале должно быть... Ага. Нет запятой после фамилии. После фамилии, ой, прошу прощения, после фамилии не всегда, смотрите, обращайте внимание, опять же, на образцы в требованиях самого издания, запятую после фамилии могут не ставить, хотя надо бы. В квадратных скобках нужен ли пробел, оформление в квадратных скобках нужен ли пробел после страницы S, да. Нет, Алина Сергеевна, в принципе, ну, по правилам, конечно, нужен, но если вдруг вы где-то промахнулись и не поставили, ну, прямо такой критической для непринятия статьи, это ошибкой не будет. Могут просмотреть, могут пропустить, и все будет нормально. Но, в принципе, пробел нужно ставить. Конечно, это как бы по правилам есть такое. Так, оформление списка литературы в диссертации. О, Татьяна Александровна, оформление списка литературы в диссертации – это не просто больной, это больной-больной вопрос. Здесь та же самая история, как и сегодня у нас просто про статьи была вещь, а не про диссертации, да, вебинар. Поэтому мы эту тему не затрагивали. В диссоветах кто в лес, кто по дрова, требования отличаются от диссовета к диссовету, кто по одному ГОСТу, кто по другому, оформили по одному, переводитесь в другой диссовет, приносите работу, а вам говорят, что за ерунду вы принесли, переделает все, все оформляется не так, то есть здесь... Это вот прям к Наталье Модестовне на курс точно надо идти. И здесь так же, как с научными изданиями, от издания к изданию требования могут меняться. Да, но либо 2018, либо 2008, 2011 тоже используют, но сейчас просто вот беда с этим, я с вами согласна, приходится постоянно для каждого диссовета, да, соблюдать их требования, так же, как и в научных изданиях, для каждого научного издания свое. В затекстовых массивах, да, Светлана Викторовна, вот, хороший вопрос, спасибо. Проблема повторных ссылок в затекстовых массивах, по ГОСТу обязаны повторять описание, пусть и сокращенное несколько раз. В научных изданиях это правило, почему они, кстати, используют формат чаще всего затекстовых ссылок, с тем, чтобы список был нумерованный. И каждый источник в нумерованном списке повторяется один раз. То есть в отсылках мы можем повторять, у нас будут идти повторные отсылки, да, на один и тот же источник, но в списке он будет указан только один раз. Да, вот здесь такое небольшое отступление есть. Опять же, чтобы не перегружать и чтобы количество ссылок можно было подсчитать, потому что от количества, почему оно еще важно, по нему рассчитывается процент самоцитирования журнала. Если вы ссылаетесь на статьи, опубликованные в этом же журнале, то их должно быть не более 30%. Вот это может повлиять на рейтинг самого журнала. Его могут даже понизить из-за этого, если процент самоцитирования превышает определенное количество. То есть в статье, во-первых, ваших самоцитирований не должно быть много. Во-вторых, ссылок на статьи из этого же журнала, в котором вы публикуетесь, должно быть не более 30% от общего объема ссылок. Именно поэтому вот упрощают в части повторных ссылок, иначе будет очень такой нерепрезентативная выборка, да, не очень хорошее представление.
Год издания литературы. Лучше бы, да, но вот так. Вот так. Где-то используют, кстати, в некоторых изданиях ГОСТ-2018 или 2003 для оформления за текстовой библиографией. А где-то вот оставляют по 2008, но тогда не повторяют. Ксения Егоровна, год издания литературы важен ли? Знаете, год издания, вы, наверное, имеете в виду, если я правильно понимаю, за какой период можно брать литературу для цитирования, заимствований, указания в списке источников, да, ну там за последние 5 лет, там не старее. В требованиях изданий обращайте внимание, если есть этот пункт, он обязательно будет. Например, 50, не менее 50 процентов источников должны быть на издание не старше там, за последние 2-3 года или не старее 5 лет. И вот тогда мы ориентируемся на эти требования. Если ничего не указано, ну нет препятствий для цитирований. Поэтому здесь смотрите, ну конечно, преимущество и должно быть литературе наиболее свежей. Хотя, если, например, у вас идет какой-то литературоведческий или историческая тематика, да, или литературоведческий обзор, или вот что-то такое, где ну, без старой литературы и не обойтись, и цитирований на нее будет много, но опять же, исходя из специфики, да, вашей работы и вашей тематики. Спасибо, Ксения Егоровна. Очень хорошо, что поймала волну, о чем был вопрос. А так старайтесь за последние годы. Ну, смотрите, есть ли ограничения в требованиях издания. Да, какой процент должен быть. Или иногда пишут, рекомендуемое количество источников в списке должно быть не менее 25, из них не менее 5 там, за последние 2-3 года. О, все. Вот иногда пишут просто вот так конкретно. Кстати, по поводу количества цитируемых источников. Если пишут рекомендуемое количество там, 25, значит меньше 25 не надо. 25. Но и слишком много тоже не нужно. Если у вас будет 30, там 32, нормально. Но если у вас к рекомендуемому количеству до 25 будет 60 источников, да, на краткую статью в 5 страниц, вот это называется избыточное цитирование. За это тоже могут вернуть статью и сказать, что у вас, извините, перебор, а вашего-то чего в этой статье? Да, слишком много источников. А вот именно поэтому еще очень хорошо, что не все включается в список источников. Иногда это хорошо. У нас остается в примечаниях, в подстрочных ссылках в тексте, мы на них ссылки указали, в оригинальности текста все будет нормально, все правильно заимствовано, но в список источников они не попали. Избыточного цитирования у нас не получится. Так что иногда это не только плохо, но и хорошо. Не столько, вернее, плохо, сколько хорошо. Ну что ж, коллеги, сейчас я перехожу уже к выдаче наших сегодняшних сертификатов. Пожалуйста, не уходите далеко. Я вас оповещу ссылкой в чат, но и напоминаю для тех, кто будет смотреть в записи, не забывайте ставить лайки видеозаписям всех вебинаров Директ Академии, которые вы смотрите в записи, так как это влияет на их рейтинг, это показывает актуальность тематики и, соответственно, какие-то темы будут развиваться и дальше и войдут в планы вебинаров на дальнейшее, а какие-то темы, может быть, у нас и будут исключены. Поэтому ваш лайк – это вот голос в пользу той или иной темы. И, коллеги, запись будет обязательно. Все ссылки я вам сейчас еще раз повторю в чат. И напоминаю, что 24 ноября у нас будет курс. Вот как раз можно сейчас, пока ждем сертификат, посмотреть программу курса, задать вопросы. И там мы уже будем заниматься практическими вещами, то, о чем мы говорим на вебинарах и не только. Ну что ж, коллеги, на этом наша сегодняшняя встреча заканчивается. Всем хорошего дня, отличного настроения.